на первом отчетном нашем концерте. Дело в том, что 1 октября открылась школа народного пения Владимира IX. Мы очень рады, что это наконец случилось, очень долго к этому шли. И вот то, что мы за 3 месяца успели сделать, мы сегодня на ваш, надеюсь, не строгий суд, сегодня выносим. У нас будет концерт состоять из 2 частей. Первая часть – это сольные номера, а вторая часть – несколько ансамблевых произведений. То есть детки у нас учатся как сольному пению, так и ансамблевому. Конечно, очень важно в наше время не забывать наши народные традиции, народные песни, сказки, загадки, обряды. Ведь, как говорит русская пословица, дома и стены помогают. И поскольку у нас с вами скоро Новый год, да, и сейчас у нас на дворе, на улице зима, первым номером нашей программы выступает Никонова Татьяна, и споет она нам русскую народную песню «Как на тоненький ледок». Thank you.
точке пляшет весь честной народ. Балалаечка поет, трень-брень, балалайка, трень-брень, заиграй-ка, пляшет курочка в сережках, пляшет петушок в сапожках. Thank you.
Не как сейчас солнышко всходит в 9 утра, это очень поздно. А это время, начиная с 25 декабря, начинались святки и до Рождества. Святки ходила Коляда по дворам, молодежь пели колядки, требуя себе угощения. И сегодня мы вам представим маленькую небольшую композицию, как могло это выглядеть давным-давно. Прозвучат три произведения. «Араны-марана» колядная исполняет ансамбль 1 А класса. «Славите» — колядка, исполняет ансамбль 1 Б класса. «Венчики-пошуменчики» — подблюдная Тульской области, исполняет ансамбль 1 А класса. Араны-врана, куры запели, святый вечер, а еще раз. Thank you.
тебе. Ой, куй, кузнец, золотой венец, поэтом венцует, я венчаться пойду. Эх, кому вынется, эх, правда сбудется, эх, правда сбудется, эх, не минуется. А это чье кольцо? Мое кольцо. Ой, венчаться скоро будешь. Кому вынется? Большое спасибо всем за внимание. А теперь коллективная фотография на память.